А в Петербурге крановщица спасла жизнь рабочим, которых огонь блокировал на 100-метровой высоте. Пожар произошел на стройке автомобильного моста. После того, как женщина помогла спуститься троим строителям на землю, сама она оказалась в ловушке. Детали этой истории в репортаже Натальи Люблинской. Да ничего, нормально, живая. Звонки от родных, друзей и коллег поступают с 7 утра. Тамара Пастухова отвечает, что все в порядке. Жива, ожогов и травм нету, уже дома. Женщина спасла жизни трех человек и чуть сама не пострадала на пожаре. Рабочая смена. Вечер. Тамара Пастухова в кабине автокрана. Рядом с ней начинает гореть обшивка железобетонной опоры строящегося моста. Там на высоте 100 метров оказываются в ловушке трое рабочих. Стоп, теперь вправо еще раз пошел. Башню вправо. Переговоры по рации, крики о помощи, нужно быстро найти выход. Строители предложили вариант. Смотрели наверх, кричали, боятся, чтобы нас забрали. Подводи крючки, мы сейчас зацепимся за крючки и спустишь нас. Я говорю, вы не удержитесь столько, потому что там минуты три спускать их. Промышленный альпинист Антон Мельников вспоминает свои ощущения. Он с коллегами находился на строительных лесах под очагом возгорания. Испугались, честно, потому что взлет вот этого всего обломков был большой. Вот. И мы стояли, прям слышали, когда ждали люльку, слышали, как все это падает непосредственно на голову. Я даже за себя не думала, какой там люди главное. Им просто выхода не было. Лифт не работает, и они никак не могли спуститься. Во время интервью Тамара Пастухова пьет одну чашку воды за другой. Наглоталась едкого дыма. Когда она благополучно спустила людей на землю, огонь разгорелся так сильно, что она уже не могла покинуть кабину крана. Целый час провела наверху. Говорит, повезло. Ветер дул в другую сторону. Хоть немного относил дым. Первоочередные действия были направлены на ее спасение и эвакуацию из крана. Пожарно-спасательным подразделением пришлось практически пешком подниматься по крану, который находился в непосредственной близости, и по вертикали подниматься на 100 метров, и там уже подавать огнетушащие вещества на тушение пожаров. На металлической опоре будущего моста загорелись деревянная обшивка и утеплитель. По словам строителей, пожар мог произойти из-за сварочных работ, которые велись накануне. На месте происшествия сейчас разбирают обгоревшие конструкции. Строительные работы здесь приостановлены на 2 дня. По словам сотрудников МЧС, это был один из самых сложных пожаров за их многолетнюю практику. Ведь все происходило в акватории Финского залива, а возгорание началось на высоте 100 метров. Так что опыт и находчивость Тамары Пастуховой действительно помогли избежать трагедии. Никто из людей не погиб. Наталья Люблинская, Денис Торопчинов, Владимир Смирнов, Павел Зеленков, Первый канал, Санкт-Петербург.